Декабрьские дни дарят маленьким жителям Кашхабского района много ярких впечатлений. Новый год – это поистине чудесный зимний праздник, манящий запахом ели и сочных мандаринов, обещающий сказочные приключения. А еще Новый год пахнет детством, яркими огнями и сказкой. Вот уже второй год подряд по инициативе главы района проводится акция, в рамках которой работники администрации района и сельских поселений в преддверии Нового года посещают детей-сирот, опекаемых, и детей в трудной жизненной ситуации и вручают им подарки. Всего в этом году 370 подарков были развезены по адресам и вручены лично детям из опекаемых и многодетных семей. С Новым годом! Чтобы вы послушали, здоровы, чтобы вы росли хорошими детьми. Счастья вам, удачи во всем. Все мои хорошие. Здравствуйте. 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 С наступающим вас. И вас тоже. Всего вам самого наилучшего. С Новым годом. Успехов, добра. Спасибо. Хорошей учебы, самое главное. Поздравляем, это вам. С Новым годом! Спасибо! Счастья вам и вашим семьям в Новом году! Увидев Деда Мороза и Снегурочку, ребята были очень рады неожиданному сюрпризу. Но они не растерялись и прочитали гостям свои новогодние стишки. На свете так бывает, что только раз в году на елке зажигают прекрасную звезду. Звезда горит, не тает, блестит прекрасный лед. И сразу наступает счастливый Новый год. Молодец, умница! Все семьи выражают большую благодарность всем неравнодушным и организаторам акции, которые подарили детям веру в сказку и новогоднее чудо. Все подарки были приобретены за счет средств, собранных предпринимателями района, главами КФХ, работниками администрации района. Глава Кашхабского района Заур Хамирсов, в свою очередь, выражает огромную благодарность всем участникам акции.